При этом замечаете, что сознание очень хитро. Если сидит учитель или ну, вот, говорящий, а у нас сейчас идет медитация присутствия здесь и сейчас, то как только начинается говорение, ваше внимание уходит в слушание того, о чем говорится, и теряется контакт с моментом сейчас. Происходит вовлечение в беседу. Вот так вот мы обычно и уходим из момента сейчас, из связи с моментом сейчас. Попробуйте слышать мой голос, понимать, что я говорю, но при этом быть в моменте сейчас. Для этого вам нужно просто понимать, что мой голос, мою речь вы можете слышать только в моменте сейчас. Вы не можете слышать мою будущую речь или прошлую речь. Каждое слово, каждый звук вы слышите только в моменте сейчас. Потому что больше нету никакого другого времени. Есть только момент сейчас. Только момент сейчас. Вот и сейчас, только момент сейчас. И сейчас, видите, он продолжается, да? Он не кончается. Это вот так забавно, что оказывается только момент сейчас, больше ничего нету. Но это в плане звука. В плане зрительного, визуального восприятия мира есть тоже только момент сейчас. Потому что все, что вы видите только в момент сейчас. Вы не можете увидеть прошлое что-то. Даже если вы видите визуальную картинку прошлого там у себя на экране, но вы видите ее опять же только в момент сейчас. Только у вас эта реальность меняется той реальностью. Обе они иллюзорные. Но момент сейчас одинаков, что в том, что в этом случае. Что в этом случае момент сейчас, что вы смотрите картинку, визуализируете. Но важно всегда быть с моментом сейчас. Единственное, что реально, это момент сейчас. Момент сейчас – это то, что вне концепции, вне понятий. Он неописуем. И он непознаваем. Его невозможно познать. Можно просто быть, но не познавать момент сейчас. Принять как данность. Неважно, лежите, стоите, сидите вы с открытыми или закрытыми глазами. Момент сейчас всегда здесь, рядом. И вам ничего не нужно делать специально, чтобы достигать этого момента. Потому что он уже есть. Но если вы делаете практики, у вас есть заблуждение. Вы чего-то хотите достигнуть. Вы можете абсолютно достичь очень многих вещей. Но вы не можете достичь освобождения. Вот с помощью практик вы можете достичь много чего. Вы можете приобрести ситхи, сверхспособности. Вы можете там даже какие-то такие ясновидения или там, ну, экстрасенсорные способности развить. Но с помощью практик вы единственное, чего вы не сможете приобрести, это освобождение. Потому что практика направленная на будущее. А зачем ее делать? Ну, что-то корректировать, зачем-то. Освобождение уже есть. Уже есть. Чтобы соприкоснуться с освобождением, нужно прекратить что-либо делать. Поэтому люди, имеющие ситхи, они могут быть неосвобожденными. Вы знаете, да, что экстрасенсы, ясновидящие, они сами страдают. Мы с Прамантри разговаривали, я спрашиваю его, а как вы думаете, ваш брат Арахан? Он сказал такую вещь, с которой я абсолютно согласен. Он сказал, никто не может знать, кроме него.
Поэтому, когда вы знаете, вот друг у друга спрашивают, а он там просветленный, или это полная внутренняя ответственность. То есть это вообще только ваше дело. Это больше никого не касается. Потому что это не для кого-то, это же для себя процесс идет, да? Поэтому вот то, что с вами происходит, и если кто-то заявляет там о просветлении, ну это его ответственность. Значит, возможно, что-то с ним происходит такое. Но особо это никого не должно интересовать. Только сам, почему? Внутренняя честность. Монтри мне рассказывал про 4 стадии просветления. То есть, и вот он говорил, что на определенной стадии просветления человек не плачет, если у него умирают родственники. По крайней мере, осознанно скорбит. Но бессознательно эмоции могут выходить. Это неплохо и нехорошо. Но осознанно человек не скорбит, не плачет. Бессознательно, ну как бы, вот, они могут выходить слезы. Потому что тоже есть такая притча известная, что вот... учитель и ученики собрались, и вот кто-то умер, близкий учителя, и он плачет. И ученики говорят, ну как же, ты же нас только учил, ты же говорил, что, ну, и так далее. Он говорит, ну что я могу поделать, если слезы льются? Вот это вот реальность. Мы не должны быть никакими, даже если мы чему-то кого-то говорим, но если с нами это происходит, мы не должны пытаться быть хорошими. Если это происходит, нужно признать, но если, ну да, вот, вот со мной это происходит, да, я плачу. Да, я плачу, но я принимаю это как проявляющуюся реальность в данном моменте. Проблемой является идеализация, вот это вот думание, что мы должны быть какими-то. Вот отсюда возникает вот эта блокировка гнева, потому что в духовном мире говорят, что, ну там, гневаться это плохо и так далее и тому подобное. И люди идеализируют и начинают вообще блокировать гнев, подавлять, особенно духовные ищущие. Но гнев это одна из элементарных и естественных эмоций, которую нужно научиться принимать, проживать и проявлять. Вот опять же форма проявления, да? Потому что с помощью гнева можно его и так проявить, можно его и по-другому проявить. Просто будьте, а мы вторую, чем тужитесь немного. Ну как бы так, вот так, надо быть здесь и сейчас. Потому что вы спите. Вы спите. Вы забылись. Вы спите, спите, ничего не помните. Вот то, что вы спите, когда вы не помните момент здесь и сейчас, и вы не в нем, вы спите. Полное пробуждение – это когда вы просыпаетесь, когда вы выходите в реальность бытия. Но для этого, для того, чтобы выйти в реальность бытия, почему не все, почему единицы только выходят? Потому что нужно позволить вашему привычному миру полностью разрушиться, исчезнуть. Это для эго это ужасно. Когда вот, ваша почва, то, что вы считали мир, должно все исчезнуть. Вот это все иллюзия. Ни на что вообще нельзя опереться. И нужно упасть туда, где нету дна. Сначала в ужасе лететь, а потом, вроде бы до сих пор еще ни обо что не ударились, и все, летите. А потом вы такие, ну, можно же летать, здесь, оказывается, летают. То есть, потому что первое время, когда все опоры рушатся, вы в таком ужасе сначала летите, думаете, сейчас обо что-нибудь обязательно. И все, летите, вроде нету, а потом, знаете... Но так или иначе этот ужас нужно пережить. Вот кто смог перейти этот ужас, вот этот сильный-сильный страх, тот перешел на ту сторону. Но большая часть людей не может перейти. Ну, скажем так, примитивное – это фанатизм, фанатичное поклонение. Шри Бхагават тоже говорил, что
ну, в Индии очень распространено вот фанатизм там и так далее. Но он говорит, это примитивный уровень пока еще. Но это не означает, что это плохо или как-то. Просто это же как первый класс. Потому что проблема учителя, если вот есть фигура, которая выступает в роли учителя, это то, что видящие начинают воспринимать тело за учителя, а не то, что позади тела, да? И привязываться к телу, там, обниматься, там, ну или еще что-то, там, просить чего-то. Это ловушка. Потому что на самом деле это тоже не важно. Важно вот то, что вы можете быть в моменте сейчас. И вот функция вот этого лишь всего лишь вас направить туда, в этот момент сейчас. Это очень просто. Я вот еще раз повторяю, почему вот даже в книге Шри Бхагавата вот написано, что он был удивлен, что это так просто, вот это просветление, да? Что то, о чем он просветлел, это так просто. Вы, наверное, читали, да, что вот особенно в дзен-традициях, там они же сидят долгое время, потом бац, и они хохочут. Ну там, что на них не зашло, вот кааны они разгадывают, и бац, до них дошло там. Причем совершенно как-то вот там мастер сказал одно по поводу воды там чего-то, и раз до него там что-то вот у него. И он смеется, как это все просто. Как это все просто. Но вот я еще раз повторяю, а уму нужно сделать очень большой крюк. Все так усложнить. Все так запутать. Но все очень просто, прямо здесь и сейчас. Нужно отбросить все свои вот эти вот планы и прямо сейчас быть. Знаете, что если вы тужитесь, вы пытаетесь быть в моменте сейчас, значит, вы спите еще сладким сном. Значит, вы все еще верите, что видимая вами реальность настоящая, что есть любовь, что есть мама и папа, что есть дети, что есть школа, работа и так далее. Это все слагаемые от этого иллюзорного мира, в который мы верим. А он же в один момент исчезает. Вот только сейчас читал про Артур Конан Дойл, да? Шерлока Холмса, который создал. Это же прототип Шерлока Холмса, в общем-то, он сам. То есть он сам говорил. Если есть кто-то, этот Шерлок Холмс, то это я. То есть можете судить, да, какой это был человек. И вот его жизнь была полна приключений. И вот перед самым моментом смерти... Смотрите, насколько вот он перед самым моментом смерти он сказал, в моей жизни было много приключений, но по всей видимости сейчас будет самое главное. И он прав, потому что уход из тела это одно из самых величайших приключений. Если вы готовы перейти осознанно туда, то есть вы просто так как... Придете в другой мир, и никто не умрет. И поэтому мы всю жизнь должны готовиться к этому моменту. Потому что настоящий экзамен мы будем сдавать вот в этот момент. Это на самом деле, вот это да, это момент экзамен. Причем опять же,
как вы прошли этот экзамен, никто другой не узнает, кроме вас самих. Кроме вас самих. Потому что вы будете проходить его. Никаких, никто вам не поможет в этом прохождении, в этот момент. Вот все, что вы накопили, вы либо пройдете, либо умрете. Потому что все еще отождествлены с телом. Если у вас к моменту ухода из тела останется отождествление с телом, то вы умрете. Ну, потому что вы будете думать, что вы тело. Если вы разотождествитесь, ну, то есть умрете до смерти, разотождествитесь до смерти, то есть смерть произойдет до смерти. Эго исчезнет, вот это отождествление. Тогда в момент, вот этот, он называется переход –